Приветствую вас, дорогие телезрители! Настало время рассказать вам о планах природы на четверг, 9 февраля. В эфире прогноз погоды. Я Николай Диденко. В ближайшие сутки украинцев порадует чистый небосвод. Лишь на западе будет немного облачно, но общие картины это не испортит. Кроме того, к нам возвращаются морозы. Дневные часы по стране прогнозируются в среднем 6 градусов ниже 0. А теперь детальнее о синоптической картине в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 6 до 16 градусов мороза. Небо в Полтаве будет оставаться ясным с ночи до конца дня. А вот в Черкассы и Кропивницке заглянут легкие облака. Но осадков они с собой не принесут. На юге страны термометры в течение суток покажут от 6 градусов мороза до 4 градусов тепла. На протяжении дня в регионе будет преобладать переменная облачность. Осадков южанам опасаться не стоит. 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Этот праздник незаменимых специалистов, чья работа – дарите людям здоровые улыбки. Успехов вам в вашей профессиональной деятельности. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 1-8 градусов со знаком минус. Небо над регионом покроется облаками с ночи до позднего вечера. Повсеместно предвещаются осадки в виде снега и дождя. Поэтому местами возможен гололед. В Ивано-Франковске и во Львове вечером ожидается метель. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха минус 18 градусов, а максимальная дневная достигнет отметки минус 7. Ясный день выдастся лишь в Сумах. В Чернигове и в Житомире предвещается переменная облачность, без осадков. На востоке день выдастся ясным и морозным. Термометры в регионе в течение суток покажут от 1 до 22 градусов ниже 0. Помимо переменной облачности, синоптики обещают отсутствие осадков. Старину подметили, если в доме потеют стекла, жди оттепель. А вот по дыму из трубы судили о предстоящих осадках. Если нет ветра и дым стелится по земле, следует ожидать обильных снегопадов. А сейчас детальнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть от 14 до 22 градусов мороза, а днем прогнозируется 5-13 градусов, также со знаком минус. В Луганске и Алчевске небо будет оставаться чистым с ночи и до завершения дня. Легкая облачность ожидается лишь в Северодонецке, без осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 8-21 градус ниже 0. А в полуденное время они будут колебаться в пределах 1-12 градусов мороза. И ночь и день в области обещают быть ясными, за исключением вечерних часов в Славянске. В это время в городе появятся небольшие облака. Осадков не предвидится. В Днепропетровской области после полуночи столбики термометров опустятся до 11-17 градусов ниже 0. А после обеда от минус 5 до минус 10 градусов. Здесь также ожидается погожий день. Область обойдут стороной и осадки. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 8-12 градусов мороза Киеву метеорологи пророчат густую облачность в ночные и утренние часы. Прояснений на столичном небосводе стоит ожидать уже после обеда и к концу дня. Осадков не прогнозируется. Вот такой солнечной погодой порадует нас четверг, 9 февраля. Дарите друг другу любовь и тепло, особенно в эти морозные дни. До встречи в нашей студии!